Финал международного чемпионата по танго в сценической категории. Это одна из двух категорий. Она считается сложнее с хореографической точки зрения. В отличие от салонного танго, здесь больше прыжков, переворотов и других акробатических элементов. Победителями стали жительница аргентинского города Сантьяго-дель-Эстеро Агастина Трачини и ее партнер с японскими корнями Аксель Аракаки. Не знаю, как ты, но я в шоке, потому что это произошло 5 секунд назад. Мы не ожидали, что так хорошо выступим. Мы очень счастливы. Танго – прекрасный танец. Когда устанавливаешь связь с партнером, это, как вы это называете, захватывающе. В соревнованиях по сценическому танго принимала участие 61 пара из всех уголков мира. В финал вышли участники из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Италии и России. А это финал уже в категории «Салонное танго». Здесь пары танцуют группами. Оценивает их жюри из 7 человек. Победа тоже досталась паре из Аргентины – Магдалине Гутьеррес и Херману Балеха. Камино es infinito. Получено признание или нет, совершенствовать себя можно бесконечно, наслаждаться танцем тоже. Эмоции стоят всех усилий. Это испытание, и оно дает вам шанс расти. В категории салонного танго состязалось почти 500 пар. В финал вышло 41. Победители получили премию в размере 60 тысяч долларов и путешествие в Париж. Hermano.